не знаю. В отличие от Мэнни Пакьяо. Нокаутирующим ударом имеет шанс против Амирхана очень неплохой. Затолкал и сбил с ног. Самая большая ошибка, которую может допустить боксер в бою против Амирхана, это отступление. Но Питерсон, видите, как избрал, какую тактику. Он думает, что она к доброму приведет. Я уже говорил о том, что, в принципе, аналитики, букмекеры шансов Питерсону в этом бою никаких не давали. Он не имеет права отступать, и более того, это разумная тактика. Стоит от противника. Я понимаю, что очень трудно удержать нужную дистанцию. Тем не менее, молодец, ничего не скажешь, Питерсон. When you get to him, dig his shit out the frame. He's just a man. He's not a god. You understand me? Вот это глупо. По рингу он летает быстро. Достал справа. Это вообще сигнал, между прочим. Я думаю, сигнал Фредди Роучу. Забавный рефери. Если он хочет, чтобы рядом был противник. Успешно действует Питерсон. Ничего не могу сказать. В общем, сказать, что полное преимущество имеет Амирхан. Хотя внешне это выглядит очень эффектно. Да, вот что требуется. Знаете, чем бы этот бой не кончился, но у меня такое ощущение, что... О-о-о. Просто подходит и рубит Питерсон. Ай да молодец. Видите, стоит застояться, если бы, но я просто представляю на месте Питерсона бойца, я не знаю, класса Кости Дю, а? Рефери обязан пресекать вот эти вещи, потому что Амирхан... В опасной ситуации оказался Питерсон, потому что не нужно позволять навязывать ритм действий противника. Молодец. Почаще бы так. Или наоборот давит сверху, накладывая предплечье на шею. Можно накормить его тем же самым блюдом, что называется. Течь от свободного пространства. Я имею в виду, Питерсон, перед Питерсоном стоит такая задача.
много бегает, конечно, британец, что там говорить. Ну что, не все же Питерсону падать. Я все жду каких-то осмысленных действий со стороны Амирхан. При его-то скорости такая несколько истеричная манера работы, она вообще нелепо выглядит. Вот этот раунд вчастую Питерсон проиграл. А жаль. Tomorrow we're paying, but right now ain't none of that. Let's go to work. Double, triple the jam. Okay. Right. Clean up water. Yeah. Drink. The body shots to get in there. Okay. Start the body and finish. Проснуться и работать, в общем, в полную силу. Действуя с джебом, противник может делать в ринге что хочет. Видите, бегать. Отстреливаться. Сейчас это все. Ну вот. Ну, это, конечно, дешевое позерство со стороны Амирхана. Оно недостойно вообще. Чем больше он устает, тем меньше шансов на то, что он может жестко... прочитает рефери, они тоже ни к чему хорошему не приведут, потому что в принципе либо нужно отдать команду, он может развить там что-то в этой дистанции. За что? Ну, очко снял. Спрашивается, почему не было остановок, почему не было предупреждений. Вот то, что делает сейчас Питерсон, и надо делать. Любой боксер в будущем, в общем, должен действовать именно так. Если он хочет выиграть в эти две минуты. Стоит только позволить противнику оттянуться. Все, привет. Ну, много ударов наносит. Да, не так-то просто здесь. Тут, в общем-то, надо обратить внимание на его... О, вот это была хорошая удача, конечно. Амирхана сейчас он воодушевится после того, как попал. Питерсон. А, красиво выглядит, ничего не скажешь. Видите, где действует Амирхан и где действует успешно, это очень неплохо. Как только они выходят на открытое пространство, Амирхан опережает. Тем не менее, если он собирается выиграть этот бой,
Да, жесткие сейчас удары пропустил Питерсон. Ну, в общем, как бы то ни было, о легкой прогулке, которую обещали некоторые британской суперзвезде, ничего не скажешь. Вся беда в том, что жесткости не хватает в действиях Питерсона. Вот эти три раунда, конечно, они будут здорово изнурительными. Но это не так. Много выкриков. Чересчур расслабился. Но вот Питерсон здорово устал. Поразительные ошибки делает Амирхан, подставляясь под удар. Ну хорошо, допустим, это Питерсон. Потому что если уж такой крепкий середняк . Конечно, рефери обязан вмешиваться. Заметьте. Есть характер, есть желание добраться хоть как-то до противника. А вдруг что-то случится, а вдруг попадет Питерсон. Всеми этими бесчисленными сериями, которые сыпет Амирхан, чистых попаданий было тоже не так уж много. О, получил. Еще одно, что самый большой лузер, что называется, в этом бою, это рефери. Да. Вот смотрите, как один человек может испортить, занимался чтением лекции на бегу. Да, дух можно перевести. Ladies and gentlemen, we go to the scorecards. George Hill scores the bout 113-112 Peterson. 113-112 Питерсону отдают. 114-111 Khan. Valerie Dorsett scores it 113-112 to the winner by majority decision. And new light welterweight champion of the world, the Mount. Новый чемпион у нас теперь.